Всем привет! Это Красногорск, вся культура. Меня зовут Арсений, и с вами программа Art Express. Сегодня мы вместе с вами отправимся к замечательному коллективу Оркестр русских народных инструментов. Ну что, побренчали? А вы новеньких принимаете? Конечно. А, я хочу с вами поиграть. Я сел. В каком году и как образовался ваш коллектив? Наш коллектив образовался в 1956 году в Красногорском механическом заводе имени Зверева. Получается, вам 65 лет? В следующем году, да. Я надеюсь, что будет большой знаменательный концерт, в котором будут принимать участие наши друзья, профессиональные артисты, артисты Дворца культуры Подмосковья. Приходите, мы вас всех ждем. Следите за афишами Дворца культуры. У вас играют люди с музыкальным образованием или нет? Мы ждем всех. Мы приглашаем в наш коллектив всех. У нас люди разного уровня исполнительской игры. Мы можем и научить играть, мы можем расширить ваш музыкальный кругозор. Тогда как к вам попасть? Мы находимся во Дворце культуры Подмосковья. Третий этаж. Комната 357. Нас можно найти в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Либо, на сайте Дворца культуры. Там есть подробные ссылочки. Все в описании. Да. Можно позвонить по телефону, записаться, прийти. Вас прослушают, и вы попадете в оркестр народных инструментов. Спасибо огромное за интервью. Это Красногорск, вся культура. С вами был Арсений и программа Art Express.